настроение. Я могу вам сказать вот что. Не обращайте внимания на плохое настроение ваших близких. Если вы в семье видите плохое настроение ваших близких, то единственная возможность помочь этому человеку – это не воспитать его, а поддержать. Поэтому если вы видите у кого-то плохое настроение, то подойдите к этому человеку, потрогайте его, скажите, нужна ли моя поддержка и так далее. Дальше. Если у человека состояние апатии, состояние такое раздолбленности, то это говорит о том, что на этого человека нужно покричать. Правда, если человек плачет, если у него все плохо, то тогда нужно обязательно покричать. Почему? Это говорит о том, что он находится в депрессивном состоянии. Вывести человека из депрессии нужно путем встряски. Если человек маниакален, надо куда-то бежать срочно, нужно делать так, тихо, тихо, давай музыку медленную послушаем, молочка попьем, полежим, липовый чай попьем, там еще что-то сделаем.